Давай. Вот, выдали нам сегодня супер бронежилеты, стрейкбольные. Защищает от пневматики. Səfərbərliklə orduya çağrılan və Ukraynaya göndərilməyə hazırlaşan çağırışçılar onlara verilən döyüş ləvazimatlarının keyfiyyətsizliyindən şikayətlənir. Çağırışçılar aşağı keyfiyyətli zirehli gidəkçələrin və dəbilqələrin müharibədə onları qorumayacağını deyir. Давай. Вот, выдали нам сегодня супер бронежилеты, стрейкбольные, защищают от пневматики и собираются посылать на Украину. Это подарки от Рудени, каски китайского образца, тоже непонятного происхождения и производства, из чего сделано, ничего не понятно. Сплошная показуха кругом, ничего реального не показывают нигде. А кто знает, можно украсть и страйкбольными...